Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Аппараты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Соберись, Ви. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Давай, ты сможешь. Аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани. Нет. Давай сначала. Аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранник. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй. Спокойно, попробуй еще раз. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Давай, ты сможешь. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи!
Погнали. Взрывай гранату. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы... Только... Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью.